Привет всем! Сегодня в Нефтеюганске оттепель, что для марта дело обычное. И все-таки, как мне кажется, горожане запомнят этот месяц надолго. Потому что именно в марте 2020 года человечество наконец-то вздрогнуло. Я имею в виду эпидемию коронавируса. Планету обуяла паника. А вот что происходит в Нефтеюганске, мы сейчас узнаем, боятся ли юганцы коронавируса и страшной эпидемии планетарного масштаба, или все-таки нет. Ну скажи, боишься коронавируса? Не-а. Почему? Потому что от него смертность 2%, даже меньше, чем даже у гриппа. Понял. То есть совсем не страшно. А ты? Не особо боюсь, потому что, во-первых, город маленький, во-вторых, ну просто не надо бояться. Ну хорошо, а родители вам что говорят? Боятся они, нет? Да, боятся. Они вам, может быть, говорят, что вот надо как-то маски носить, немножко еще что-то. Боятся, мои немножко боятся. Ну, покупают маски, покупают много макарон, чтобы было чем есть, питаться. Понятно. А твои родители уже затарились гречкой? Нет. Я не боюсь коронавируса. Не боишься? Да. Дяденька, это ну куда молодец. Чего бояться-то, ё-моё? Ну, дети эпидемии не боятся. Сейчас посмотрим, как относятся к ней взрослые. Скажите, вы боитесь коронавируса? Нет, абсолютно. Почему? Да, потому что, не знаю, не болела. Ну ладно, здоровья вам. Ну скажите, вы боитесь коронавируса или нет? Нет. Не боитесь? Нет. Почему? Не знаю, просто не боюсь. Ну, ваша жизнь как-то изменилась вот в связи с эпидемией. Вы, может быть, как-то стали заботиться больше о здоровье, нет? Да нет. Понятно. Скажите, вы боитесь коронавируса или нет? Нет. Почему? Потому что не видел его еще в глаза. Понятно, спасибо. Даже как-то неинтересно, никто не боится. Да он легкий. Ну скажите, вы коронавируса боитесь? Ну, наверное, боюсь, как вы думаете? Ну, тем более я в возрасте уже, все говорят, возрастные только. А так вот. А, ну вот как-то ваша жизнь изменилась в связи с этой эпидемией или нет? Нет, вот как есть, так и есть. Так и езжу на дачу, на машине ездим. На машине. А так по магазинам, как таковые, продукты дома есть, ну никуда не закупаемся. Сегодня у нас дома все есть. Картошка своя, мясо купили зимой. Ну все, а что может быть? Все такое. Ну, боюсь, конечно, за детей. У меня дети за границей. Вот за них боюсь. А так сами вроде бы как чеснок кушаем. А так больше ничего. Ну, конечно. Можно коротенький вопрос? Вы боитесь коронавируса? Нет. Абсолютно. Абсолютно. Спасибо за ответ. Вот вы боитесь коронавируса или нет? Слышали о таком? Я хочу... Конечно, пожить. У меня дети маленькую пенсию получают. Я им помогаю и внучатам помогаю. Поэтому я, конечно, хочу жить. Боюсь, значит. Вот ваша жизнь как-то изменилась в связи с эпидемией или нет? Да пока нет. Ну, телевизор не надо больше смотреть, а то у меня мозги уже путаются там. Уже забываю, что делать. Сегодня выстиралась и мыла. И порошок не положила в стиральную машину. Ну, спасибо. Вот такие спасибо. Дела. Вот вы боитесь коронавируса или нет? Нет, не боюсь. А я вас уже спрашивала. Да, а так я вам точно. Еще раз скажу, что не боюсь. А не боюсь из-за чего? Из-за того, что я не верю в эту чепуху. Мне кажется, это утка. Понял, спасибо. Ну вот, тетенька дважды отметилась. И оба раза она не боится коронавируса. А вы боитесь коронавируса? Что вы? Не страшно вам? А может быть, я уже в эфире, да? Ну, да. По местному телевидению, да? Нет, это в Ютубе будет. А? В Ютубе будет. В интернете? Ага. Знаете, каждый человек боится смерти. Хоть я, хоть вы. Ну, наговорили, что, значит, пожилые люди будут в основном умирать. Будут умирать... Хроники. А, конечно, всегда же люди боятся смерти.
Ну вот скажите, вот ваша жизнь как-то изменилась в связи с этой эпидемией или нет? Ну, я бы сказала вам больше, но боюсь говорить. Честно говоря, боюсь говорить. Я бы, потому что я чья-то мама, допустим, да? А чего вы боитесь? А чего я боюсь? Опять поставим троеточие. Вот. Ну вот я обратил внимание, что у вас маска, да? То есть вы какие-то меры предосторожности предпринимаете? Ну, вчера сказали по местному, что вируса в городе нет. Вирус только в санатории Юган. И то не подтвержденный. Понял вас. Ага. Спасибо. Да. Здравствуйте, можно коротенький вопрос? Вы боитесь коронавируса или нет? Я не боюсь никогда. Чеснок, водка и все. Все нормально будет. Ну дай бог. И никакой это, и сигарета еще добавок. Молодец. Здравствуйте. Разрешите коротенький вопрос. Вот вы боитесь коронавируса? Нет, не боюсь. Почему? Я мало гуляю. Дома сижу. А вот ваша жизнь как-то изменилась в связи с эпидемией или нет? Никак. То есть никакие маски вы не носите? А их в аптеке нет. А гречку уже скупили? Нет, я ничего не покупаю. Все будет в магазине. То есть живете обычной жизнью? Обычно, как всегда. Спасибо. Девчонки, маленький вопрос. Вы боитесь коронавируса или нет? Не знаю, нет, наверное. Ну, а ты знаешь, что это такое? Да, болезнь. Вирус. Так. А твои родители боятся? Ну, так, 50-50. Они что-нибудь тебе говорили? Да. Ну, и? Не знаю. Ну, ладно, давай. А твои друзья тоже так относятся, да? Ну, да. Понял, понял. Окей, давай, удачи. Спасибо. Скажите, вот честно, вы боитесь коронавируса или нет? Что такое? Что такое коронавирус? Да. Вы никогда не слышали об этом? Нет. Ну, говорят, сейчас эпидемия коронавируса, люди дохнут как мухи. Ой, не знаю. Я никуда не ухожу, так что я не заражусь. Понятно. Вы счастливый человек. Да. А что, почему? Счастливый. Мне кажется, никакого счастья нет. Все, болезни все, все болячки. Все на мне. Может, нет. Ну, здоровья вам. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго и не болейте. Пока.